Не расскажу, это самые-самые секреты. Нет, я не могу это рассказать, я дала слово. Могу рассказать про свою волшебную барышку. Эх, это секрет тоже. Я мечтала войти в косой переулок, купить себе там снич, волшебную палочку там, вот. Сову. Есть еще маленькие карликовые совы, это уже не есть. Вот могла бы к себе купить вот такусенькую совушку. Раньше же были почтовые голуби, когда еще не было почты. А представьте, еще почтовая сова вот так прилетит, а если кто-то угадает. Сова по небу летит с письмом. Мой любимый фильм – это Гарри Поттер. Да, мне нравится Гермиона. Нет, Гермиона. Да, я всегда права. Я сама не знала, откуда я такая умею. Мама сама говорит, я по уму не для своих лет. К нам недавно приезжала Дима, это мамина мама. Вот, и она хотела разбить все мои мечты. Говорила ей, нет, лизиногов не бывает, русалок не бывает. И я ей сказала, даже когда я буду старой, я все равно буду верить в Гарри Поттера, в лизиногов, в русалок. Я больше всего люблю есть макароны, а есть сладости сгущенка. Я раньше ходила на рисование, и там, ну вот я только заговорила макароны, там все хором макароны, макароны. А взрослым нельзя макароны, потому что они толстят, а детям можно, потому что им наоборот надо расти, а макароны они не толстят, а растут. В первую очередь человек должен быть добрым к природе, хорошим. Злых же никто не любит, вот. Например, я очень люблю животных, вот. Я даже с Данькой хочу организовать общество по уходам за животным, и оно будет называться «Дружба». Я хотела быть артисткой, потому что они знаменитые, я очень хочу быть знаменитой, вот. Им хотелось сыграть роль собачки. Так, переодену меня в костюм собаки и все. Даже если бы была эта секундная роль, ну, например, проходила мимо собачки и все. Я бы, наоборот, была рада, что я сыграла собачку. Но лучше, чтобы я была в главной роли собачки. Ау, ау.